самом деле хотел сам подвинуть этот стол. Надо было говорить, что... Что ты не говоришь, что нужно подвинуть? Ленина предложи. Предложи его. Я подвину стол. Семен Капкан. Ариссия, придержи его, а то Семен Капкан еще таким. Смотри, я сейчас стол начну двигать, он вперед признанется. Нет, стол больше не движется. Так надо к Эдику его подвинуть. Зачем? Недалеко. Так Эдика надо мыть его нести надо. Господи Иисус. Все. А ты настаиваешь? Кирилл, смотри. Смотри. Эдика мытина сейчас нести. Сейчас моча просто, она еще сильнее звоняет. Слушай, хорош, а? Я так не сдеваюсь по тобой. Как же Кирилл Капканович. Кирилл, смотри. Кирилл, как его уговорить, чтобы помыть его? Блядь, я сказал, завтра утром. Ты что? Ну, завтра утром ты еще больше крупнешь в моче своей. Это почему не ночью? Кирилл. Давай сейчас. Моча едкая. Кирилл, насчет него такая же инструкция? А мы все Он не понимает. Ты мылась в ванне, причем заняла ванну Эдика, и он на тебя, поэтому и зол не идет в ванну. Через него, ты сможешь, да? Сначала в ванную. Поставь пока. Поставь сюда! Через него идет тоже через шарят? Кто не хочет просто в ванну идти? Сначала в ванную. Как-то. Я сказала, пока не сходишь в ванну, никакой воды я не будет. Я сказал утром. Мне ж охуёво. Давай его тебе бородки, бля, мне трясёт его. Скажи, что быстрее. Выпить он просит. Кирилл, блядь. Скажи, что быстрее. Чешет. А он еще будет дальше просить. Кирилл, в плюс или нет? Да. Можно или нет? Да, потому что он помыться ему надо сначала. Слышь, ты отъебись, а, блядь, ёб три. А помыть? Да, Эдик, да. Быстрее, блядь. Всё, успокойся, только не нервничай, Эдик. Просто все бы ничего. Ты чего? Короче, все на стриме было. Не знаю. Жиглам, давай. Давайте тогда несем ванну. Так, подожди. Капкан, не. Так, стой. Я сказал утром, Кирилл. Нет, давай сейчас. Я тебя спрошу. Есть два огрева. Ты утром стоишь, один, ты опять будешь просто ты скажешь, что... Я не говорю.